Всем здоров, с вами Сергей Пушков, и я сегодня играю в игру, которая называется Granny Chapter 2. Это вторая часть всемирно известной игры про злую бабку, которая заперла главного героя в своем доме, и где мы должны были решать всякие загадки, открывать ящики и открывать замки, чтобы сбежать из ее дома. А теперь это вторая глава, все новое, измененный дом, и теперь ей еще помогает 54-летний дед. Так что будем с вами играть. Играю на эмуляторе Android, так что может аудио-видео чуть-чуть различаться, снимаю другим способом. Но надеюсь, что все будет в порядке. Ну, в общем, я вас предупредил. Так, difficulty, давайте сложность нормальную. Качество высокое, конечно же, у нас будет Full HD. Granny и Grandpa. Оба. Ну, конечно, правильно, пускай оба. Так, Granny и Grandpa, то есть бабка и детка двигаются с нормальной скоростью. Так, темнее, экстра замки, музыка, нет, пускай все будет на месте. Подсказка, будьте... Так, вот это мы просыпаемся. Просыпаемся мы уже в каком-то месте, не как в первой части бабки и детки. Так, теперь мы, я вхожу в управление. Вот, о, могу теперь мышью двигать и ходить на ВСД. Вот, все правильно настроил, получается. Можем теперь выходить. Так, это где мы появились? Так, это где мы появились, я вообще не знаю. Это что было? Давайте я сейчас выйду, быстренько присяду. Так, надо бы еще было придумать кнопку Ctrl в управлении, но уже поздно. Это бабка и детка где-то здесь. Опа, шкафчик. Так, давайте пока выйдем. Давайте закроемся. Это у нас шкаф с шипами. Это вот типа можно войти и умереть, да? Тихо. Кто-то идет. Присядем. Ой, я уже в текстурке вижу. Кто-то, если прям сюда идет, то это вообще будет очень страшно. Если бабка так все слышит конкретно, то это будет очень сложно. Я, наверное... Ова. Куда она зашла? Я еще, блин, спрятался в шкафчике с шипами, чтобы меня прям убило при встрече. Так, вот бы еще текстурку бы увидеть. Так. Звук, кстати, довольно хорошо проработан. Я слышу каждые ее шаги где-то. Слышу в левом наушнике издалека. Пошли чуть-чуть. Будем щелку смотреть. Тут все-таки... Это ж инди-игра, поэтому здесь должно быть видно. Так. Слышу слева. Хотя я слышу и справа. Нет, подождите, как-то не проработано. Теперь все, забираю слова назад. Она где-то здесь. Вот тут она где-то. И как понять, я там не был, я не знаю здания плана. Плана здания, не знаю, плана эвакуации. Она или бежит, или еле поднимается, не могу понять. Она ближе. Ой, она все, она вот здесь. А как мне теперь справиться? Я закрылся в комнате со шкафчиком, и теперь я не могу выйти. Как-то странновато, как-то странновато. Не могу понять. Где она? Она стоит. Вот она. Так, входим опять в управление. Как-то уже 4 минуты прошло, а я остаюсь на одном и том же месте. Как-то, знаете, не очень. Тихо. Вот она ходит. Или она не может открыть просто мою дверь, она знает, где я нахожусь. Опа. Два тела, дед и бабка. Вот это страшно. Вот это страшно. И что мне делать? Я могу сделать вот так, и тогда, наверное, точно провод к шкафчику. Тихо, куда само повело? Тихо. Зря сделал. Сяду. Зря сделал, они тут ходят. А что, получается, одноэтажное здание какое-то? Музыка еще какая-то довольно подозрительная, непонятная. Все, звуков не слышу. Пошли. Стелс. Почему, как только я пытаюсь выйти, бабка уже идет? Тихо. Или это она уже сверху?
Ладно, пошли. Кто не рискует, тот не пьет лимонад. Алкоголь я вам не рекомендую. Рекомендую быть здоровым. Так, тихо. Она где, справа? Не, вообще по звукам не понимаю. Так, ну тут стенка, да. Значит, бабка может появиться только где-то здесь. Так. Так. Не, как-то довольно подозрительно. Давайте я опять встану. Я пошел. Тихо. Тихо. Вхожу. Что это? Это я вот тут проснулся, а я тут могу прятаться? А ну-ка. Вот бы пошуметь бы и понять реакцию бабки, насколько она молниеносная. Пока я нахожусь в одних и тех же локациях, боюсь звука. Но, в принципе, инстинкт самосохранения работает. Интересно, можно ли их так баговать, как было в первой части? Не знаю. Давайте еще раз входим в управление. Ай! Ого! Ого, это текстурки! Прячься! Прячься! О, все, это дед. Дед у нас со сломом. Я его забаговал дверью, да. Я спрятался в двери, и он теперь не понимает, где я нахожусь. Так, это было уже страшно, но вы видели на этом, на 54-летнем теле был ключ. Был ключ. Ключ-то очень интересно, довольно интересно. Ой, боже мой, как страшно. Зачем я в эту игру вообще зашел? А вот так вот хотел, знаете, хотел хайпа и денег. Шучу. Денег я не получу. Но. Так, опа. По звукам понимаю, что уже мне конец. Так. Тихо. Куда я пришел? У бабки с деткой камера. Они ими умеют пользоваться. Какие-то слишком порошадины пенсионеры. Так, я не могу понять, где они. Что это за пипка торчит? Опа. Опа. Тихо. Или скример, или нет. Так, или скример, или нет. Он прям тут стоит меня и караулит. Давайте, знаете что? Давайте я перезайду. Перезайду, и я не знаю, я просто не понимаю, что делать. Давайте зайдем через практику. Давайте зайдем через практику и изучим дом. Я знаю, так. Так, входим в управление. И давайте еще раз. Куда? Лом у деда. Так, давайте пойдем сюда. Опа. Тут, наверное, у нас гараж находится. Так, спускаемся. Подождите, что это такое? Канализация? О, это что такое? Это что, это кракен какой-то? Так, лодочка есть. И причем лодочка, наверное, суперфункциональная. Так, тут у нас... Тут нужен padlock key. Это, то есть, ключ padlock. Так, я могу на лодку сесть? Так. Мне нужен штурвал. Потом, наверное, мне нужен бензин. И мне нужен ключ зажигания. Ясно, это как прям в Джейсоне, как в Пятницу 13. Помните такую игру? Я играл очень много. Джейсон 13, там тоже можно было лодку собрать. Так, понятно, это побег с лодкой. Это наша спальня, да? Это наша спальня, это их камера. То есть я как только выхожу, они меня видят. Мне нужен какой-то handwheel. То есть мне нужно какое-то колесо или, наверное, ручка. Ручка какая-то. Тут у нас пусто. Тут у нас пусто. Теперь что тут у нас? Опа, тут у нас ступенечки. О, это дом. Ого, это что такое? Ого, какие картины. Картины мощные. Видно, что рисовал сам Сальвадор Дали. Называется лицо. Можете проверить. Так, тут у нас ящик. И все пустые. То есть, чтобы избежать, покорми монстра. Тут у нас замок. Еще красная лампочка. Еще надо ручку найти, распилить клетку и выключить молнию. Так, что тут у нас? Тут у нас вешал сейф. Мне нужен ключ от сейфа. Так, это же что за ключ? Давайте изучим пока ящики. Security. Security key. Ключи от, я не знаю, от Касперского. Бабах. Вешалка. Видите, какая тут физика проработана? Здесь вешалка падает. Так.
Не, картины явно кто-то рисовал. Профессионал, это что такое? А, это телевизор. Я думал, это шкаф. А это супер-ультрамодный телевизор. Так, шкафы открываются. Шкафы какие-то пустые. Лампа падает. Я понял, часы заводить надо? Нет, часы. О, а часы открываются. В часы можно что-то положить. Камеры, у них очень много камер. Так, у меня секью... Что это такое? Книга. Слендер. Ой, что это такое? Что это такое? Что это такое? Что это такое? Так, я получил слендер, и дверь открылась. Давайте потом туда сходим. Давайте проверим, пианино открывается. А сыграть можно? Сыграть нельзя. Так, ваза. Ваза у нас знаменитая ваза. Бросай. Так, надо бы еще делать кнопку набросать. Так, давайте поднимемся наверх. Картины падают? Падают. Так, давайте изучим, изучим. У нас есть security ключ. Так, микроволновка. Что это? Сейф. Ключ от сейфа. Так, уже полезно, потому что мы знаем, куда можно применить. Кран работает? Нет, не работает. Так, теперь мы открываем вот это все. Открывай двери. Так, и тут пусто. Давайте пока вот бросим ключ. Бросил. Возьмем ключ от сейфа. Если бы еще можно было шифтовать, но это мобильная игра, в которой шифта не существует. Вот, так что мы спустимся. Давайте опрокинем эту картину. Она не очень красивая. Все-таки, извини, Сальвадор Дали, но мне твое искусство не очень нравится. Открываем сейф. Находим хендвил. Хендвил — это у нас получается вентиль, который можно применить в подвале. А ну-ка. Давайте сначала в первой сети изучим. Кстати, в конце видео будет опрос, проходить Гренни или нет. Давайте крутить. А как крутить? А, я покрутил. Что произошло? Не понял? Извините, а что произошло? К Слендеру я идти не хочу, если честно. Это может быть как какое-то подводное чудище. Я открыл что-то с помощью вентиля. Что это может быть? Тут у меня подъем нет. Подъем, подвал. Шкафчик, шкафчик на месте. Тут внизу. А, дверь, я понял. Это открывается железная клетка. Так, это шкафчик, в котором можно прятаться. Так, ключ от сейфа нам уже не нужен. Так, ну вот эти еще скрипы, это очень красиво. Так, можем еще сюда сходить. Ну давайте пока сходим туда, куда я уравнил свой этот. Сосудите ключ. Ключ от Касперского, будем так говорить. А картины, смотрите, картины сами по себе от времени восстанавливаются. То есть не бабка их поднимает или дед, а просто сами по себе. Так, берем ключ. Бери. Берем, открываем. Так, вот тут, наверное, где-то их спальня. Вот это, да, их спальня? Так, вот тут кто-то из них спит. Вот тут у нас лом. Давайте проверим. Лом? Да, лом. А как открыть? А, видно, надо пролезть по вентиляции, а к Слендеру, ну, не хочется, если честно. Так, ну тут можно прятаться, я понял. Тут у нас может быть сейф-зона. А, я понял, как можно пройти. Так, давайте посмотрим. Педлок. Ключ педлока. Так, что-то нам этот сосудите вообще не нужен. Ну, и правильно вообще на английском. Secure. Опа. Бросаю вот этот ненужный синий ободок. Сразу открываем нашу дверь. Security. Security. Это что? Это, наверное, камеры выключают. Ну-ка, давайте проверим. Используй. Алло. А, это все-таки... То есть это выключ наверх? А, наоборот, это камеры включает. Вот это да. Надо тогда выключить. Так. Давайте самую бесполезную. Где у нас тут самая бесполезная? Давайте пускай это. Я понял, это включает камеры. Полезли. Почему не лезем? Ладно, давайте с помощью вот так вот. Чита сделаем. Так, это я куда поднялся? На чердак? Меня собака не укусит? Так. Тут можно провалиться? Да, можно. Да, можно, я застрял. А нет, вышел. Бензин. Бензин, а если мы пойдем, то куда? Тихо, куда меня ведет? Иногда багается управление. Я понял, сюда. Так, а, и теперь камера. И она пищит. Подожди, а теперь все, камера запищала и управление выключилось. Я понял, то есть нам лучше
лучшего день прохождения это, ну, дверь открыть. А самого вот это... Так, пошли вниз, спустимся. А само вот камеру управления не включать, потому что это будет очень опасно. Мы сами себе напоримся. Ясно. Или может затравить, ну, камеру и забайтить бабку с деткой, чтобы они пошли туда, а тем временем мы что-то, да. Так, давайте зальем бензин, вот тут какие-то кракены ходят, я понял, в воду лучше не соваться. Залей. Что? А, надо удерживать, вот это да, то есть мы по-быстрому еще не убежим. Так, бросай. Так, пойдемте возьмем ключ Padlock, ну, который внизу. Интересно, есть ли какое-нибудь оружие против них? Как в первой части. В первой части добавили оружие. Был арбалет, который усыпляет бабку на 3 минуты, или там в зависимости от сложности. И было ружье, которое тоже так же делает, но оно очень просто круто звучало. Так, давайте пошли вот за нашим синим ключиком. Так, у меня тут уведомление вышло какое-то. Надеюсь, вы его не видите. Так, хотя не, уведомление очень даже хорошее. Это вышел мем в моей группе ВКонтакте. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Вот так вот я внезапно, благодаря уведомлению, начал рекламироваться. Не, кстати, очень веселые мемы у нас там. Доброе утро, там ночной чат. Мы всегда говорим, какие праздники. Так что всегда заходите в нашу группу ВКонтакте. Там также анонсы видео. Вот, можете подписаться и всегда знать, когда выходят наши видео. Ну тогда открываем. Что это такое? Бросай ключ. Дернем. А, это у нас открывается путь, я понял. Путь открылся. Путь открылся, но у нас нет ключа зажигания или еще. Или еще этого. Руля. Или штурвала. Так. Хорош такой дом, знаете, он и в канализацию приведет, и наверх отведет. Давайте все-таки залезем в ту вентиляцию, получим лом. А теперь вот представляю, если мы будем это все делать, и тут будет кто-то ходить. Этих кто-то будет два. Так, давайте присядем. Надеюсь, мы скример не словим. Так, довольно страшно. Если я словлю скример в режиме там, где нет бабки и детки, это будет очень страшно. Бери. Так, пошли. Так. Надо, кстати, вот если будем проходить, вы, кстати, пройдите голосование. Будет и в группах, и вот в конце видео будет подсказочка. Если вы хотите сразу же ответить, то можете уже нажать сверху в правом углу на букву А с точечкой. И там будут всякие подсказки. И в конце самом будет голосование. Проходить мне Грэнни или нет. Так что давайте. Где тут у нас есть? Пока это побег на лодке. Так, вкрути. В смысле? Так, все, готово. Это мы можем теперь зажечь. И остался штурвал. И мы тогда улетаем отсюда. А вот от двери я вообще не могу понять, как можно сбежать с помощью двери, если мы пока только нашли вентиль, обыскав весь дом. Нашли вентиль только. И открыли вот эту клетку. То теперь я даже не знаю. Давайте изучим вот ту дверь, которую я не знаю, что-то... Знаете, бабки с деткой нет, а страшно. Вот туда мне вообще лезть не хочется. Так, а, это туалет. Туалет. Бах. О, ключ от лодки. То есть от лодки еще есть ключ. Смоем? Смоем, грязно здесь. Ладно, душ. Душ открывается, скример. Или в душе можно прятаться. А, в душе можно прятаться. Это такой себе, знаете, шкафчик. Тут, кстати, можно проводить. В душе открываются две дверцы. Так, я понял. Это ключ от самой лодки. Давайте я пока не буду идти туда вниз, чтобы ее заводить. Я просто вот так вот возьму и брошу ключ. Вот. Ключ отскочил, как мог. И мы теперь пойдем наверх. И мы же все-таки, когда лезли по лестнице, там было два прохода. В один мы пошли, в другой не пошли. Как бы это нелогично не звучало. Вот эти стулья, они двигаются? Стулья. Стулья, кстати, не двигаются. В них можно вдеться спокойной душой.
Так, я не могу понять, у них тут все время провалится? А нет, это мы сверху уж провалились. Камеры я не включаю. Так, надо еще делать действия для того, чтобы залезть. Должны полы ломаться. Так. Тут у нас тюрьма какая-то. Какая-то уже жесть. Это карцер для провинившихся. Ключ от оружия. О, это уже хорошо. Ключ от оружия. Эта дверь открывается? Нет, это какая-то вообще жесть, а не дверь. Ветер. А вы слышите ветер, как дует? Фу, у меня аж мурашки по коже пошли, как будто у меня самого ветер подул в доме. Так, мы можем по-быстрому упасть, давайте это сделаем. Так, мы нашли ключ от оружия. А, ну мы не шли сюда. Так, бах. Главная спальня, я понял. Главная спальня, бабки и детки. Так, открываем. Замок двери, а зачем нам замок двери? А, или это, наверное, ручка, которая дверь открывает, так. Что? Что это такое? Вау, электрошокер. Вот это мощно. Подожди. Дроп. А ну-ка, дроп. То есть я беру. Ой, меня засосало. Да куда? Тихо, ящик отпусти. Ящик меня засосал текстуриально. Беру этот, беру. А ну-ка, и теперь я хочу там стрельнуть кому-нибудь в голову. Вот, к примеру, сюда. Я беру и стреляю. Я могу подобрать... Подождите, я могу подорвать? Получается, это бесконечный шокер. Если я его раздобуду, я могу стрелять и, видно, обездвиживать на несколько секунд бабку и детку. Вот это мощно. Так, замок от двери, давайте проверим. Это мы куда упадем? Это мы упадем в душ. Это мы упадем в душ. Так что давайте пойдем применим, получается, в дверцу, да, применить? Нет, мне нужен door handle. Door handle. А у меня есть... Так, лом можно применить еще здесь. Так, давайте сходим назад за ключом от оружия. Не могу понять, где еще оружие. Если у них спокойно в ящике лежит электрошокер, прям не электрошокер, а прям тазер мощный, то я тогда не знаю. То я даже тогда не знаю, что у них под оружие. Это миниган будет, автомат, пулемет. Так, давайте возьмем. Ну, я понял, что тут все рухнуло. Давайте все-таки возьмем. Можно прятаться под кровать. Да, надо мне чуть-чуть переделать управление, если переходить. Так, это что такое вообще? Что за жесть? Это улица как бы? Балкончик? Мне нужен лом. Так, бросать лом была идея не такая уж и хорошая. Надо идти за ломом. Лом где я оставил? Точно у того ящика. То есть самое универсальное вот здесь я пока вижу это лом. Ломом у нас можно открыть сразу такие предметы. Это у нас дверь. Это ящик. И второй ящик на втором этаже. Ключ от лодки, ясно. Вот наш суперценный лом. Лом, монтировка. И пусто. Я не знаю, может в других перезаходах там может что-то и появится. Я еще делаю вот этот, я этот круг, я могу просто выходить и сразу идти сюда. Сразу идти сюда. Картины я вижу у них все, ну как бы авторские, наверное, дед рисует. Так. Давайте ломом откроем вот ту дверь. Как-то и ветер дует, вообще такие эффекты добавлю. Открываем. А, опа, отрезатели этих цепей. Замечательно. И что нам это... Вот это окно можно... Я понял. Так, давайте пока возьмем это, перепрыгнем. Так, изучаем окна все-таки. Есть еще электрошокер, но электрошокер, ладно. Это ладно. Так, ну как-то... Знаете, уже как-то и серия довольно затягивается. Я уже даже думаю предлагать ее закончить. Давайте просто, я не знаю, проверим, что у нас находится в этом. И будем с вами на этом заканчивать все-таки. И длится уже видео очень долго, надо как-то оперативно больше действовать. Ключ можно уже завести? Куда его завести? Не знаю, вот давайте пока я вот тут брошу. Вот пытаюсь сюда залезть. Так.
Так, будет скример какой-нибудь? Да! Кракен! Вот это да! Взял и съел нас. Кракен взял нас и съел. День второй. Ой, и все, и дверь закрылась. По-моему, значит, кто-то появился. Вот, а если кто-то появился, то мы будем уже исчезать, будем на этом с вами заканчивать. Вот сейчас должно где-то появиться, или уже даже раньше появился опрос, проходить не... Остановись. Проходить не вот это сей шедевр. Вот, это решите вы. Ну а с вами был Сергей Пушков, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также вступайте во все группы в социальных сетях, подписывайтесь на Инстаграм, на Steam Куратор, будьте в курсе игрового мира. Ну а с вами был Сергей Пушков, всем пока-пока!